Здравствуйте, в эфире программа «В центре внимания», в студии Евгения Монакова. Фестиваль «Город в свете» проходил в Благовещенске не один месяц. И вот уже подведены итоги фестиваля, уже награждены победители. А сегодня говорить о том, какое влияние на красоту в городе Благовещенске он, возможно, произведет или произвел уже вместе с членом жюри фестиваля и преподавателем Дальневосточного ГАУ кафедры садоводства Екатериной Садохиной. Здравствуйте, здравствуйте, Екатерина. Екатерина, как вам понравилась вообще эта идея фестиваля и насколько ярче, красивее, выразительнее стал после этого город? Вообще про фестиваль я узнала еще до того, как о нем объявили, но просто так получилось. И в связи с тем, что я была на фестивалях в Москве, видела, да, что такое, ну, там фестиваль садов, да, вот, и зная ситуацию по посадочному материалу у нас, я сказала, ну, ребята, что-то как-то мы еще не готовы, город не готов к такому. А что у нас с посадочным материалом? Совсем все плохо? Вроде же есть, мне кажется, уже специальные места, нет? Ну, дело в том, что когда создается композиция, да, желательно и даже необходимо, да, чтобы растение уже было крупное, уже сформировавшееся. Да? А у нас все вот каких-то таких? А у нас все, да, вот оно маленькое. Вот. И, допустим, лучше многолетние растения сейчас, потому что это в тренде, ну, очень модно, когда многолетки, да, высаживаются. Вот. Но это, наверное, с точки зрения ухода это гораздо практичнее, да, да, меньше трудозатрат. Да. Вот. А у нас в основном, да, сейчас мы пока можем работать с однолетками, с однолетними растениями, да, которые дают свой эффект уже в конце лета чаще всего, да. Вот. И когда сказали, что это будет в начале, уже начало, такой фестиваль, кстати, такой он пролонгированный, да, был, что в начале, в июне, к дню города уже должно быть что-то сделано, для меня это казалось невозможным. И вот когда этот фестиваль уже прошел, я подумала, как здорово, что все-таки организаторы, кто это затеял, да, что все-таки они не послушали вот этих... Ведь я не одна такая была, да, скептически относилась к этому. Многие люди об этом говорили. Вот, и что все-таки не послушались и сделали. И фестиваль действительно удался. Я очень рада. Ну вот давайте конкретно теперь про удачу, потому что есть там победители, но это прям достойные победители, да, насколько я понимаю. Там же коллективное решение принимали. Да, принималось коллективное решение, было действительно сложно, потому что, например, дворов, да, то есть, ну, дворы будем называть, да, было более 70. Ого. Вот представьте, да, проехать все дворы, все посмотреть, и организации тоже было, ну, в общем, где-то более 150 надо было просмотреть точек, да, вот, да, этих разных вот точек. Вот. И, конечно, порадовало. Во-первых, ну, с одной стороны, знаете, как сказать, что вот именно вот этот фестиваль, и у нас город изменился. Я не могу, знаете почему? Потому что я увидела, что наши люди, они и так украшали город, они и так занимались, да, вот этими цветниками. Вот. И фестиваль, он просто дал еще такой дополнительный толчок, чтобы еще больше, да, еще лучше, еще интереснее что-то сделать. Действительно, вот элемент конкуренции, он всегда важен, да, и когда один двор соревнуется с другим по красоте, мне кажется, что это действительно простимулирует очень здорово развитие вот такого красивого искусства, как ландшафтный дизайн. А что касается ландшафтного дизайна, вот действительно можно какие-то объекты рассматривать с точки зрения ландшафтного дизайна, и они являются достойными примерами? Да, вот вообще было много красивого, много хорошего, да, я для себя даже разделяла вот оценки, как сделать, да, вот как это все оценить. Да. Для меня было, вот выделились действительно такие объекты, которые были вот прям оторвались, да, от всех. Угу. И я очень рада, что члены жюри были согласны с моим вот этим личным, да, мнением. Вот, ну вот, допустим, даже можно сравнивать эту работу вот с тем, что я видела в Москве, да, на фестивалях. Это работа, насколько я помню, «Душа Амура», «Скопа Мария Евгеньевна», вот она делала, это общественная территория. То есть один человек? Ну, конечно же, ей помогали. Компания, конечно, да? Ей помогали. Ну, вот как таким идейным вдохновителем была она. Там был ленд-арт-объект из... Там очень интересная такая вообще, мне нравились лично мне, и я студентов своих тоже так учу, мы все учим, что мы делаем не просто какой-то цветник, но, да, что такое, да, идея цветник?
ну, чтобы было красиво. А дальше? Надо вкладывать какую-то мысль. И вот когда я встречала именно работы с мыслью, они резко вырывались вперед. Вот, ну, это действительно было. И вот эта вот идея, да, там, душа Амура, изобразить из веток вот эту волну нашей реки, да, вот нашего Амура, затем всех рыб, которые находятся в Амуре, да, вот, да. Вот это вот все. И причем это все сделать не просто, да, из материалов, а веточки собрать, очистить берега Амура и Зеи, да. Это вот, ну, очень классная экологическая идея, такая, правда, составляющая. В общем, вот эта работа именно, ну, Ленд-Арт и вот эти объекты Ленд-Арта, они сейчас, ну, один из таких пиковых модных вариантов, да, и они очень интересно смотрятся. И вот в связи с этим еще тоже один объект, и он тоже заслужил свою, ну, сейчас я скажу, секунду. Оценку высокую. Оценку, да. Это первое место они заняли, это Белогорье, школа 24. Вот. У них тоже было создано такое интересное место в природном стиле. Вот природный стиль тоже такая сейчас вещь интересная, которая модная. Вот. И там настолько это было здорово сделано, то есть тоже какие-то коряги, вот это вот, какие-то элементы, камни похожие, смотришь, вроде это камень, а вроде это и как вот андатра там, ну вот животное. Да, то есть они действительно нашли какие-то вот такие природные элементы. Да, и это все так здорово было скомпоновано. Тоже очень, ну, это идея именно вот, опять-таки, природа, любование природой и бережное отношение к природе, да, вот. Ну, это вот то, что мне наиболее ярко запомнилось. Екатерина, не могу не спросить, действительно, потому что я тоже ожидала, когда только узнала о фестивале, что появится какой-то вопрос по поводу материалов, из которых делать. Ну, видите, вот какие у нас предприимчивые, изобретательные жители города Благовещенска, да, и не только, и окрестностей. Но по факту мы действительно привыкли к тому, что мы выходим на улицы, какие у нас есть цветы? Петуни, бессмертники. То есть их перечень практически вот можно по пальцам одной руки пересчитать. Основной такой, да? Да. Но при этом же действительно есть и другие. Вот заметила, кстати, сейчас, не знаю, то ли фестиваль повлиял, то ли нет. Вот гортензии, например, высадили. Наконец-то, да, появились какие-то многолетние цветы, которые стали высаживать. И, в принципе, они у нас приживаются. А вы замечаете вот такие вот вещи? Вот у нас даже, когда... Оценки, да, были? Да. Это же был целый ряд оценок. Да, градация, И один из вот этих вот как раз оценочных моментов – это использование необычных, редких каких-то растений, да? Вот. И, ну, то есть, да, это важно вводить в ассортимент что-то новое. И действительно порадовали дворы, порадовали и предприятия вот как раз использованием какого-то нового ассортимента. Хотя, конечно, было, да, вот я делала даже анализ и, наверное, статью напишу по вот этому нашему как раз использованию, что в ассортименте. Что у нас обычно, да, высаживается. Тагетисы, петуния, вот, хоста. Кстати, вот насчет хоста. Сейчас хоста, вот это ланцетолистная, она такая длинненький листик, и ее сейчас много. Буквально лет 5 назад ее практически нигде не было. Да, друг у друга брали. Да. Или там те же пионы, например. У нас есть такая разновидность, которая приживается, но вот действительно не так легко найти. И вот, допустим, вот насчет пионов, это тоже один из победителей. Красноармейская 171, там двор, да, то есть вот у них пионы, у нас сейчас, ну, много молочноцветковый, да, вот этот, который местный, да, да, который, да, выкапывают из леса, да, что я, кстати, совершенно не приветствую, вот. А здесь именно сортовые пионы были. Это было тоже интересно. Там петунии сортовые. И причем, вот мне еще так понравилось, сейчас все участники, да, есть чат участников, и они до сих пор общаются, перекидывают друг друга какие-то фотографии. А это что? А это что за цветок? А где ему можно взять? То есть появился интерес, самое главное. И то, что вот... сообщество. Да. Вот это самое главное, что люди, несмотря на соревновательный, да, какой-то элемент, люди сплачиваются и другу помогает. Этот тем поделился, тот тем поделился. Как здорово! Екатерина, какая прекрасная тенденция, которую вы отметили. Правда, я искренне хочу надеяться, что у нас все вот так вот начнут интересоваться, делать город красивее, потому что действительно, ну, я тоже уже, вот и благодаря фестивалю, видела, какое многообразие у нас есть различных растений, которые можно здесь разводить. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня на студии была Екатерина Садохина, член жюри фестиваля «Город в цвете». Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире.